почти треть современной истории региона создавалась с вашим участием. За это время депутаты 7 созывов приняли свыше 3000 законов. По ним живет и работает наша область. Они стали основой для развития региональной экономики и социальной сферы. Создали условия для укрепления здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры. Владислав Шапша особо отметил, что по многим направлениям калужские законодатели были первопроходцами, в том числе в вопросах реформирования местного самоуправления, формирования лучшей в стране инвестиционной политики, укрепления института семьи, поддержки детей-сирот, в патриотическом воспитании молодежи. Весомый вклад депутаты законодательного собрания области внесли и в совершенствование федерального законодательства. Губернатор отметил преданность депутатов родной калужской земле и умение наладить конструктивный диалог с федеральными органами власти, правительством области, коллегами из других регионов. Он подчеркнул, что для реализации задач, поставленных президентом страны в послании Федеральному собранию Российской Федерации, депутатам предстоит еще много работы по принятию новых нормативных актов. Глава региона поблагодарил депутатов всех созывов за большой вклад в процветание Калужской области, пожелал им успехов и слаженной эффективной работы на благо жителей региона.